Дорогие друзья, мы приехали на Золотой Ключик. Всем привет! Вы на канале Прогулки с Аленой, и сегодня мы приехали на Воронежскую турбазу. Всем привет! Самый ближайший здесь пункт крупный – это Рамонь, поэтому мы приехали сегодня в гости к своим любимым родственникам и будем сейчас проводить у них рум-тур. Рум-тур в домике. Потом пойдем на пляж. Домик стоит 4600 на сутки. Пойдемте. На четверых с питанием. Питание как? Вкусно. Больше всего в наших турбазах, вот российских, я люблю вот эти верандочки, вот с этим домиком, чтобы вечером сидеть и... Сами знаете, что, да? Дорогие родственники, расскажите, как вам отдыхается? Ой. Хорошо. Нам отдыхается очень хорошо. Скажи, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Очень шумно вы все. Ну давайте посмотрим, ребят. Что тут представляет? Полулюкс. Турбаза «Золотой ключик». Полулюкс, серьезно? О, вот это да. Игорь начал с самого главного. Вот это элементы люкса. Это просто люкс. Это вообще шикарно. Смотрите, у них тут предбанник шикарный. Ой, ну вообще обито деревом. Мне нравится. Мне тоже. Считай, выходные прошли. Заехал пораньше, выехал попозже. Я думаю, что это максимум, просто обыкновенный стандарт. Ну, кажется, называть это люксом. Не, ну хороший турбазный вариант, я считаю. Четыре спальных места. Обыкновенная старая полусоветская турбаза. Ну не полусоветская, а советская, а сейчас она полусоветская, да. Опись. Мы наконец собрались и выдвинулись на пляж. Сегодня мы открываем купальный сезон в Воронеже. Поехали! Так, мы идем на пляж. Ох, шлыками пахнет. Волейбол, пожалуйста, бич-воли. Ищем место в тенечке. Видите, каждый кустик пока что занят. Прекрасный пляж. А пляж ничего. А какая речка красивая, правда? Да. Посмотрите, как же я люблю у нас речку Воронеж. Да. Речка называется Воронеж. Мы вам ее показывали в разных видео. Плейлист «Пляж» вот здесь. Полин, правильно я показываю? Нет. Вот здесь? Ну, вот там. Вот. Плейлист «Пляж» вон там. Вот. А, вот там плейлист «Пляж». Там все наши воронежские пляжи, которые мы объехали в прошлое лето. Река Воронеж, Рамонский район, где-то там старая животинная. Песок очень приятный. Слушайте, это вообще счастье! Какая красивая речка! Вы знаете, мы сейчас вам покажем заходы для взрослых. Сейчас ребенка искупаем, потому что заходы для взрослых, они, конечно, поприятнее выглядят, чем вот этого лягушатника. Да, Игорь? Да. Я быстро сейчас забегу и выбегу. Договорились? Супер, вода просто изумительная. Сегодня 23 июня, вода очень теплая. Это очень классно. Всем советую. Да, Гриша будет прыгать. Давид, смотри, как Гриша прыгает. Куда идем? Идем сейчас на лодочную станцию. Есть несколько
подхода к реке. Лодочная станция с лодочками, еще два подхода. А потом третий детский подход с песочком желтым, очень хороший. Но мне больше нравится сходить с лесенки. Потому что песок очень сбаламучивается, не классно. А травка мне нравится вообще здесь изумительно. Посмотрите, какой пляж. Пляж с травкой намного лучше, чем пляж с песком. Потому что да, мусора нет. Астаманы какие-то скажут, что пляж с травкой лучше. Он частный этот, блин, какой-то. Может, баня какая-нибудь? Может быть и баня. Смотрите, какая у нас красивая речка Воронеж. Она широкая здесь, чистая, изумительная. Пошли. Топить телефон не будем? Не будем. Вот они, подходики. Раз подходик, два и третий. Ну, здесь и ехать 40 километров от нашего дома, вот. 40. Байдарочники плавают. Здесь продается мороженка, чипсы и пиво. Если что, голоду не помрете. Но инфраструктуры, конечно, нет. Но мне такие пляжи нравятся гораздо больше, потому что они реально, это такое ощущение, что ты на природе, в реке, а не где-то в городе, продолжаешь отдыхать. Ну, посмотрите, сколько много травки. Идем обратно. Нам понравилась здесь очень река. Река такая, что, знаете, вот бывает плывешь и водоросли по ногам такие. А здесь такого нет. Вот нет. Ну а домики вы можете посмотреть. Они здесь очень-очень средние. Территории тоже, видите, вот ландшафтный дизайн. Ребята, я свои минусы сейчас расскажу. Первое, что собаки купаются в реке. Я так подозреваю, что они там делают свои дела и какают и писают. Второй минус, это что минусы закончились. Больше минусов нет, кроме того, что две маленькие собачки, малюпусеньки, купались в речке. Вот эти беленькие домики, я считаю, вообще очень достойные, по крайней мере, внешне. Наверняка у них внутри то же самое, что и в обычных кирпичных домиках. Здесь видишь стеклянные стены. Вот, вот около этих стеклянных стен мы с вами попрощаемся. Давай на раз, три. Раз. Всем пока! Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Мой канал Полина Продакшн. Переходите. А это канал моей мамы. Еще переходите на канал Гриши, моего братика. Всем пока! Дорогие друзья, кто хочет поиграть в шашки, шахматы, пожалуйста. Вон шашки все есть. Кстати, очень удобная штука. Раньше во дворах часто такие ставили, жалко, сейчас нет. Но вообще классная идея. Но это а никак на картинке. Какое озерце, озерцо там красивое. Я думаю, что это старица реки какая-нибудь, реки Воронеж. Откуда здесь еще озерцо-то? Лена, он уже давно не работает. Такая, собственно говоря, территория здесь. Мини-парк.